На прошлой неделе в программе «Стол заказов» певица Зара презентовала свое новое видео «Я лечу». Но внимательные зрители сразу обратили внимание, что клип очень похож на видео Риты Дакоты «Пол человека». Почти идентичные локации, брутальный мужчина, страдания на пляже. Да, в обеих работах одинаковых моментов достаточно. Кстати, даже режиссер у девушек оказалась один на двоих – Карина Кандал. И снимали клипы в одном городе – в Нью-Йорке. Судя по всему, Карина решила не изобретать велосипед и воспользовалась уже проверенным вариантом. Зара и Дакота от комментариев воздерживаются. Дружба для певиц оказалась важнее творческого скандала. Но надеемся, хотя бы о смене режиссера они точно задумаются.